Привет, друзья! С вами снова Кот Партизан Партизаныч на канале Партизанский инфо спецназ. Ну что ж, одна из подписчиц меня попросила рассказать и высказать свое мнение о канале Полесский Партизан. Вот что она написала в комментарии. От подписчицы Валентины Барановская. Добрый день, уважаемый партизанский инфоспецназ, я обращаюсь к вам, так как вы неоднократно размещали информацию о Виталии Полесском партизане, патриотическом блогере. Да, он закрыл свой канал, когда понял, что, чтобы не нарушать законы, ему нужно взять бухгалтера, а так как у него нет возможности оплачивать саму работу бухгалтера, он закрыл канал, не желая быть нарушителем законов. Ведь он юрист, и тут начался вакханалий, что только не говорят, что только не происходит около этой темы, касающейся Полесского партизана. Но дело в том, что мерзкий ролик на канале Фон Пашкевича, где показывают якобы пьяного спящего Виталия и его дом, это хорошая подделка. Никто об этом не говорит. Так ловко все сфабриковано. Я посмотрела мерзкий ролик. И допуская, каждый из нас может оказаться в разном положении. Ведь в большом мы, кажется, а в мелочах такие мы, как есть. Поэтому то, что Виталий аккуратнее человек за все время его эфиров, да, друзья, я тут согласен, что он действительно аккуратный человек, всем понятно, это видно и по одежде, и по остальным деталям. Он может быть даже крепко выпить. Но всю квартиру привести в такое состояние нереально. Вот здесь я тоже с подписчикой согласен. С подписчицей, точнее. Я посмотрел еще раз очень внимательно ролик, который ТВ снимала, когда к Виталию приезжали в гости, и заметил отличие деталей интерьера в пасквиле. Обивка дивана внизу, она мелькнет в ролике ТВ, цветной рисунок. А в ролике подделки однотонная обивка. Да и в подделке диван. А в ролике ТВ кровать-кушетка. Да и не только это отличается. То, что обои похожи, так это, наверное, с постройки часто квартиры обклеили одинаковыми обоями. Все остальное детали можно было видеть в роликах Виталия. Майку нашли такую же, как и в последнем ролике Виталика. И она грязная до такой степени, что нужно и время, и старания для загрязнения. Остальную часть квартиры стандартной просто сняли у кого-то в этом доме или рядом, стоящим, например, Виталий утром и вечером был на своих эфирах. Аккуратной, разной утром и вечером одежде. В его роликах видно, что жил он скромно, чисто было и у него дома. Извините, тут вот иногда непонятно читаешь, иногда понятно. И у него внутри сделали так ловко пасквиль, что все поверили, но это грязная подделка, расскажите об этом. Я писал многим белорусским блогерам в комментарии, но реально разоблачение этой чудовищной лжи никто не представил. А ведь достаточно внимательно посмотреть ролик «Поклёп» и ролик, который снял ТВ, и все станет ясно. Простой наблюдательности и, главное, доброжелательности достаточно. А блогер Голиков, который так блестяще отрекламировал пасквиль, стыдно за нас, всех человека бьют ногами. А все наблюдают, только ведь каждый сейчас аналогичным лживыми подделками можно опорочить даже святого. Надеюсь на вас, вы действительно предоставите патриотических блогеров и имеете возможность привлечь свои возможности, чтобы помочь честному человеку-патриоту. И разобраться с каналом фонда Пашкевича. Такими блогерами, как Голиков, с уважением и надеждой, что вы не оставите человека, с которого знаете, как хорошо патриота, на растязание БЧБшникам. Ваша подписчица и бывшая подписчица канала «Полесский партизан». Ну что ж, друзья, мое мнение о «Полесском партизане». Я его никогда в эфире, на канале не видел в пьяном состоянии. Посмотрел тот видос, где его показывают спящим пьяным. Друзья, это называется, знаете как, обсирательством. Я не знаю, как типа его нашли там в пьяном состоянии или еще чего-то.
Но это я называю, скажу еще раз, это называется кидать в человека какашками. Также я буду спать, приедет какой-нибудь так называемый патриотический блогер, меня снимет и скажет, что я бухой в задницу и сплю. Так получается, что ли? В общем, знаете, не хочу говорить ни о союзе блогеров, почему я рад, что меня даже не приглашали туда, и слава богу. Я работаю по своей теме, я, естественно, никогда не пойду за БЧБшников, но и никогда не позволю обсирать наших советских дедов, никогда не сравню Освенцим с ГУЛАГом, как сравнил товарищ Голиков Освенцим с ГУЛАГом. С ГУЛАГа люди выходили. Да, там было такое, что кто-то пытался бежать, расстреливали, или кто-то удачно сбежал, но выпускали. А вот с Освенцима выход был только через газовую камеру на небеса. И давайте, друзья, не будем про этих Голиковых, там Раильченко говорить. Знаете, мне это все по барабану. Я работаю по своей тематике, вы сами все видите. Ну, а эти люди, которые пытаются, по моему мнению, что просто вот эти вот люди, которые между собой затеяли терку, мое мнение, чтобы переманить друг от друга подписчиков. У меня, слава богу, достаточно моих подписчиков. Всем до новых встреч, пишите комментарии. Ну а дальше я ничего не говорю, не хочу говорить.